Всем здорово, ребята, с вами Ролюха, а в этом видеоролике по игре GTA 5 мы на вот этих вот тачках устроим эпичные прыжки в воду. Нифига себе, это чё за животинка такая? Эй, привет, ты чё, блин, мне тут мешаешь снимать видосик? Короче, пацаны, реально, сейчас мы вот на вот этих вот машиночках, их тут у нас всего 14 штучек, будем спускаться вот по вот этой вот горе. И на трамплины прямо, на которых мы будем подлетать. И будем, короче, круто, ребята, падать в водичку. Да, будем еще оценочки ставить там по 10-бальной шкале, какая тачка круче приземлиться. Поэтому смотри видосик обязательно до самого конца. Я надеюсь, он тебе понравится. Ну и про лайки тоже, конечно же, не забывай, да, вот. Ну что, давай мы начнем на первой машинке. Вот такая вот у нас Бугатти, ё-моё. Давай мы в нее сядем и затестируем эту малышку, блин. Так, ну что, пацаны, погнали. Берем разгончик. И давай вот на вот этот вот. Ё-моё, аккуратно. Аккуратно, не подведи. Не подведи, машинка. И опачки, красотища, подлетаем и прямо в воду. Ну-ка, ну-ка, а что, она прям сальтуху сделает, что ли? И бам. Ё-моё, ну это было, конечно, я бы не сказал, что круто, но нормально. Давай, 5 из 10 точно мы поставим этой машинке. Ты, кстати, пиши свои оценки тачкам в комментарии обязательно, да, не забывай. Да, дружище, я буду ждать. Смотри-ка, спортивная крутая тачка, ну-ка давай-ка мы ее тоже затестируем. Садимся, закрываем дверку обязательно и давай вот так прям оп-оп-оп-оп-оп и погнали. С буксика такого, да? Чисто. Давай теперь вот мы на правую рампу залетим. Тихо-тихо-тихо, аккуратненько вот сюда вот. Ё-моё, коровы, чё-то, блин, лоси. Ё-моё, скала, ничего себе. Опа-на, красотища, пацаны, бульк. Вот это было эпично, потому что мы перепрыгнули просто скалу, ты видал? Вот эту вот. Ё-моё. Не, это было реально очень круто. Давай, Франклин, дальше приступим. А, вот я хочу вот на этой вот желтенькой тачке. Кстати говоря, там у нас, смотри, даже пожарка есть. Пожарка, скорая помощь. Смотри, вот такая даже есть, такой фургон-перевозчик. Автобус, ё-моё. Да, я тебе просто забыл показать, какие у нас сегодня машинки. В нашем сегодняшнем экспериментике, блин. Тогда вот мы вот на вот этот вот спортивненький. Я тоже хочу на спортивных тачках. Уж очень мне, ребята, если честно, они нравятся, да. Такие спортивненькие тачки. А давай мы на маленькой рампе подпрыгнем. Вот на вот этой вот. Эй, погнали! Уху, красота, бульк! Замечательно. Блин, ну вот той, которая скалу перепрыгнула, я поставлю 9 из 10, вот как будто вот не хватило скорости, ребят, честно. А вот этой тачке я поставлю тоже 5 из 10, ну так себе, блин. Ауди, ауди, ё-моё. Так, садимся мы в ауди и погнали. Ё-моё, она какая-то очень резвая, я тебе скажу, да. Какая-то она... Ой, чё тебя разворачивает-то? Чё тебя, блин, разворачивает-то? Ладно, ой, чё она такая быстрая-то? Ё-моё, офигеть! Мы сейчас чисто остров перелетим, блин, пацаны. Вот это же, вот это реально 10 из 10. Ё-моё. Просто до острова долетели. Это было эпично. Десяточка из 10 точно тут у нас, ребята, присутствует. Да, пацаны. Так, давай дальше. Я вот хочу уже, знаешь, давай вот хотя бы на тюремном автобусе мы проедем. Такой вот у нас тюремный автобус, который перевозит у нас обычно заключенных. Да, куда правильно? В тюрьму. Так, садимся мы, ребята, и погнали. Так, заводим и... Опа-на, вроде тянет, да, в гору? А то прикинь бы, если бы укатился назад, блин. Так, подожди, подожди. Давай выберем, с какой рампы мы спустимся. А, я знаю, с какой. Давай вон с той вот, с черненькой. Сейчас покажу. Получится, не получится, надеюсь, получится. Опа-на, ё-моё, нифига себе, чё автобус-то такой мощный? Капец, бам, ой, об дно просто ударились. Ё-моё, мы долетели до острова, смотри, чисто на камнях. Чисто на камнях. 10 из 10 я ставлю этому автобусу, мега круто, просто мы спустились. Я аж кайфанул, не знаю как вы, но мне очень понравилось. Тогда вот мы на вот этой вот спортивной машинке тоже сейчас тут проедем, как бы. Надеюсь, будет неплохо. Так, заводим данную малышечку и погнали, ребята. Да, ты, конечно же, пиши в комментарии,
какая тебе тачка сегодня больше всего понравится? Обязательно напиши, я буду ждать твоих комментиков! Блин, не очень подпрыгнули, хотя нормально, прикольно, опачки. О, да, пацаны, это было, конечно же, круто. Ну что, давай уже дальше перейдем к нашим следующим тачкам. Давай, конечно же, мы проедем вот на вот этой вот мафиозной машине, ё-моё. Она еще и рвет просто с места, как угорелая. Не, ну реально, ты погляди на нее. Давай-ка мы... с мега мощного разгона. Мне вот очень нравится вот с этой вот сторонки тут подлетать, блин. Ё-моё, офигеть. Да мы сейчас реально просто остро перелетим, блин, как нефиг делать. Ё-моё, это было эпично. Ну это где-то, знаешь, тоже 10 из 10. Круто, просто эта тачка мега круто перелетела. И мне это очень и очень нравится, да, ребята. Так, ну что, смотри. А на какой тачке мы дальше поедем, да? Кстати, как будто у нас маловато. Может, еще что-нибудь добавим, а, ребят? Во, пацаны, вот как вам такая картина? Вот такой вот клоунский просто грузовик, потом грузовик-таран. И знаешь, что еще поставил? Ты глянь, вот он, Белазик, блин, офигенно. Полицейская тачка, погнали, я уже думаю, она на готове. Мигалочки врубаем обязательно. И, пацаны, уже давай стартовать, ё-моё. Давай вот с желтенькой, на желтенькую, на желтенькую. Ё-моё! Офигенно, вот это я понимаю, полиция. Бульк! Четко. Просто четко. Бедная полицейская тачка. Просто угнали, блин. Считай, с полицейского участка. Да нормально, в принципе, нормально. Ничего нам не скажут. 4 из 10 я поставлю этому полету. Ну так себе. Хотя 4 из 10 это слишком мало, да, наверное. Да и ладно. Опа-на. Да вот я хочу на таксишке. На таксишке. Вот интересно, на круто вообще приземлиться или нет? Сейчас мы, ребят, узнаем. Сейчас узнаем. Подожди. Вот мы еще с желтенькой вроде, да, вот тут вот не скатывались, не подпрыгивали. Ё-моё! Я в шоке. Ты просто... Ну как тебе такое приземление, блин? Ой, а мы что там, на дно прям спускаемся? Ой, нифига себе, это что за секретка? Вот это я офигел, ребята. Настоящий мир GTA 5. Ты посмотри, под водой просто какая-то ерунда заброшенная. Так, подожди, Франклин, я тебя потерял. Давай сюда вот скорей, погнали дальше. Погнали, блин, дальше. Скорая помощь. Потом, да, ребят, мы на мотике еще прокатимся. Обязательно, вы не думайте, то, что я забыл про мотоцикл. Так, давай, скорая помощь. Или что, это пожарка? А, это пожарка. Или что? Это написано fire. Fire это что? Огонь. Значит, пожарная. Ё-моё. Ой, мы ее уже помяли, блин. На трамплине. Ну, я что, виноват, что она задевает, блин? Ё-моё. Смотри, просто носом туда улетели. Капец. А там вообще много машин уже наших? Вон, я вижу спортивненькая. Не, больше никакую тачку я тут нашу не вижу. Да, в принципе, нормально. Давай, брат, вылезай. Вылезай, вылезай, оп. Фух, чуть не задохнулся, да? Да, нормально, в принципе. Так, два вот мы на полицейском фургоне. Проедем здесь. Оп, залезаем. И погнали. Эть. Так, аккуратно, ё-моё, ты чего? Куда тебя уже ведет-то, ё-моё? Бедолага, блин. Просто уносить. Вот, ладно, моя любимая рампа. Ё-моё, вот так вот. Фига бочку просто делаем. Водичку. Бульк. Красота, блин. Не, вот это реально был эпичный прыжок, блин. Ладно, я уже не буду дальше говорить оценки. Просто буду ждать твои оценки тачкам в комментарии, да. Потому что я уже устал. Тут какая-то тачка прикольно летит, какая-то не очень. Давай ты уже будешь как бы в комментариях решать, что тебе больше нравится, да. Все-таки для тебя видео снимаю, да, а не для себя. Ну, как бы для себя тоже интересно узнать, как они тут полетают, да, эти машиночки. Погнали, ладно, это моя любимая рампа пока что на данный момент. Ё-моё, ой, автобус об скалу просто, смотри. Ё-моё, просто об скалу ударились на автобусе. Это было жестко, он еще помялся, блин. Он еще помялся. Ё-моё, Франклин, давай отсюда скорей. У нас там следующие тачки уже ждут. 4 машины, кстати говоря, осталось. И один мотоцикл. Тогда вот мы на клоунском грузовичке садимся, залетаем, брат.
Давай, братишка, заводи шарманку, блин. Заводи просто эту шарманку. Сейчас мы на ней прокатимся, на этой крокозябре. Ё-моё, куда уже ведёт-то тебя? Ну, ё-моё! Офигеть, давай на чёрненькую. Ё! Бум! Это было эпично тоже. Я в шоке. Он вообще даже не поломался. Ой, да, ребята. Вот это реально смехота. Это реально, блин. Так, давай, пожарная тачка. Пожарная машинка. Мы пожарники. Блин, это рысь все ходит и ходит. Давай, иди, брысь отсюда. Под лавку. Давай, разгончик, разгон. Нифига. Пожарка. Пожарка. Ё-моё. Приземление. Бум. На дно сразу к Спанч Бобу. Офигенно. А водичка, а можно еще водичкой полить? Или она уже не работает? А, все, водичка больше не работает. Тут просто как бы можно водичкой поливать из пожарки, но, видимо, мы сильно ударились об дно, что теперь водичка не работает. Нормально. Так, давай. Грузовик таран. А, фантом называется. Фантом. Он оно как, ребята. Фантом, блин. Давай уже едь, фантом. Ты уж застрял, блин. Конечно, фантом точно не для таких, блин, спусков. Но нормально. Ё-моё. Ё-моё. Ты хоть залезешь сюда? Офигеть. Офигеть, залез. Офигенно, конечно. Ничего не скажу. Бум. Ё-моё. Об эту штуку ударились. Что вообще это такое? Это какая-то... Какая-то лодка, что ли, потонувшая? Чё это? Или какой-то завод, блин? Чё это за мельница вообще? Пацаны, я вообще хз, что такое? Ну ладно, погнали дальше. У нас осталось два транспортных средства. А именно мотик, на котором мы сейчас поедем, и вон тут. Эта рысь все время ходит оттуда. Она мне уже надоела. Сейчас я ее как задавлю на грузовике. Тут тогда узнает. Так, пацаны, вот тут. Я считаю, вот здесь. Погнали. Опа, чау! Сальтухи делаем, пацаны! Чтобы было с кайфом. Чтобы было с кайфом, пацаны. И пам! Ё-мо, ой, яичками ударился. Да нет, нормально, в принципе. Пока-пока. Пока-пока. Мотоциклик, блин. Да, я реально яичками, походу, ударился об этот мотоцикл, пока приземлялись. Чё, пацаны, короче, ваша любимая тачка БелАЗ. Напоследок у нас она осталась, самая последняя. Как вы любите, да. БелАЗик, я знаю, то, что он вам очень нравится. Я не знаю, почему. Потому что он огромный, что ли? Вы любите тачки огромные на больших колесах? Вот напиши мне в комментарии обязательно. А я уже лечу на БелАЗе, блин. На трамплин. Ё-моё, кого-то сбил там. И чё это? Просто пропердели, блин. Он к автобусу упали. Нормально, можно дальше ехать. Перед тобой мои другие видосики. Смотри их тоже обязательно, они очень крутые и интересные. И вот напиши в комментарии, какая тебе тачка больше всего все-таки понравилась из этого видосика. Ну, а с тобой был Райлюха. Всем удачи и пока-пока, ребята.